В последнее время Лайма Вайкуле удивляет и шокирует публику заявлениями. Как известно, недавно она заступилась за Аллу Пугачеву, сказав, что примадонна кормила весь СССР. Латвийская певица продолжает выступать за границей, не обращая внимания на критику поклонников из России. Вайкуле поет на русском языке и не собирается переводить свои известные хиты из-за происходящих в мире событий. «Не знала, как буду петь по-русски, но друзья-украинцы сказали, что я должна дальше выступать, работать. Благодаря им я, в принципе, здесь с вами сейчас говорю, потому что Айо-Айо еще не научилась петь, но я постараюсь», — заявила 68-летняя певица на концерте в Латвии. При этом о своих российских поклонниках Лайма Станиславовна плохо не отзывается. Напротив, певица выразила надежду на то, что настанет время, когда она снова сможет петь для россиян. Вайкуле откровенно призналась в том, что она потеряла публику, бизнес и очень много денег в России. «Я просто ушла оттуда, я поняла, что я там мешаю. Пусть они работают, пусть занимаются, мне ничего не надо», — сказала артистка.